набрали код 812. Сегодня 29 мая. В этот день, в 1903 году, был торжественно открыт Троицкий мост через Неву. Первый мост здесь появился в 1803 году. Он находился чуть выше по течению, соединяя Кронверский проспект, выходивший к Неве, и Летний сад. Это был плашкоутный мост, носивший название Петербургский. К концу 19 века возникла потребность построить постоянный мост, отчасти чтобы поднять престиж петербургской стороны. В апреле 1892 года Дума объявила международный конкурс на проект Троицкого моста. За полгода поступило 16 проектов. Первая премия 6000 рублей досталась фирме Эйфеля за проект моста арочной системы под девизом «Минор». Вторая 3000 рублей русским инженерам Лемке и Кнорре за проект моста арочной системы с названием «Кремль». Третья 1500 рублей болгарскому инженеру Мамчилову за проект моста балочной системы под названием «Сталь». Однако с выбором проекта и окончательным решением не спешили, так как вне конкурса был представлен проект французской фирмы «Ботиньоль». В контракте было предусмотрено, что мост должен был быть построен из русских материалов и русскими рабочими. Мост был заложен 12 августа 1897 года. На торжественной церемонии присутствовали император Николай II и президент Французской республики Феликс Фор. Визит французского президента носил ответный характер. В октябре 1896 года Николай II присутствовал при закладке моста Александра III в Париже. 29 мая 1903 года мост был открыт в торжественной обстановке в присутствии Николая II и членов императорской фамилии. В советское время мост назывался иначе. С 1918 года по 1934 он назывался мост равенства, а с 1934 по 1991 Кировский.